Привет, друзья! Сегодня мы с моей куклой Нюшей хотим сходить в игрушечный магазин. Если вам интересно, пошли с нами. Вот отдел кукол Барби. Кого тут только нет. Посмотрите. Барби с лимонадной стойкой. Барби кондитер. Барби хирург. Барби зубной врач. Парикмахерский салон Барби. Барби – тренер по гимнастике. А вот и куколка Штеффи с малышом на велосипеде. Кукла Штеффи на лошадке и на мотоцикле. А вот отдел с куклами Monster High. А это Братц. Нюша, смотри, а вот отдел с куколками Нинука. Нинука с часиками. Нинука доктор. Здесь малышка со стульчиком для кормления. А вот Нинука учится в школе. А вот салон красоты для Нинука. Здесь можно делать прически куколки. Куколка с набором для завтрака. Делать ей разные смузи. Кроватка для малышки. Такая колыбельная. А вот и маленькие пупсята. Какие сладкие. На машинке, на велосипеде, на лошадке. И еще в такой смешной тележке. А вот какие сладкие малыши. Они умеют ползать. Становиться на коленки. А вот целый отдел с куколками Реборн. Ух ты, какая малышка. А вот совсем маленькая Реборн с сосочкой. Целый отдел с куклами Нэнси. А вот и наша Маша. Маша на горке. Маша на велосипеде. Маша в зимнем костюмчике и с санками. Маша в кроватке. Маша рокерша. А вот и маленький домик Маши. Наборы косметики для девочек постарше. Татуировки. Тени. Сумочка. Лак для ногтей. Еще набор с тенями, краска для волос, тени, кисточки, целый отдел Мини-Мауса, мягкие игрушки и наборчики, мини и кондитерская, домик мини, мини и машинка, клуб Мини-Мауса. Грузовичок сладостей. Отдел свинки Пеппы. Пеппа на кухне. Большая Пеппа. Пеппа в школе. Наборчики Пеппы. Пеппа и дракончик. Домик Пеппы. А вот и Лала Лупси. Лала Лупси русалка. Она может делать много-много пены. А вот и колясочки для куколок. Ой, какие они сладкие. Розовая, еще одна розовая с большими колесами. Голубая. Сидячая. Красная. Купи мне подарок. Сейчас, Нюша, обязательно купим тебе новую куколку.
А вот целый отдел My Little Pony. Пинки Пай на мотоцикле. Ей можно управлять. Ну что, Нюша, хочешь таких маленьких пупсиков, лялечек? Хочу, хочу, очень хочу. Какую ты выбираешь? Я хочу две или три. Одну с велосипедом, а другую с ванночкой. Или, например, с тележкой. Ну хорошо, Нюша, покупаем. Держи свой подарок, Нюша. Ты рада? Да, я очень рада. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!